Доброе утро, дорогие друзья! Нахожусь рядом с церковью Константина Шейляна. Это церковь, в которой я ходил, будучи еще студентом, предобор Бельского университета Ле Корсо. Тут же учились мои родители. Огромное спасибо всем бельчанам, всем жителям Молдовы за поддержку мою, за поддержку нашей партии. Поздравляю всех кандидатов, кто победил. Поздравляю тех, кто будет бороться во втором туре. Обещаю вам, что мы не разочаруем вас своими действиями и все будем делать только для людей и только для всего молдавского народа. Помолцемезден тот суфлитул, посыфак тот посибил, шин посибил, ка сабаскин парере, без преполитики, шин полипчень на Республика Молдова. Помолцемезден.